Отличная музыка, отличная целевая аудитория, класс. Ребята, не зря мы впахивали все это время, не зря мы трудились, потому что сейчас мы прибыли в секретную лагуну, которая считается намного интереснее, чем Blue Lagoon, вот та самая голубая лагуна. Потому что здесь вот такая вот музыка, вот такая вот атмосфера, вот такие люди, куда мы сейчас и будем погружаться. Тратишь эти деньги с радостью? Да, да, это очень круто. Как оно? Охуенно. Я не сделаю, чувак. Потому что это правда. Чуваки, не зря мы вчера въебывали, как собаки. Реально подыхали на педалях. И все это было ради вот этого. 600 вонючих гривен, насколько счастья. И-е-е. Вода горячая, пиво холодное, мясо вкусное, люди классные. Что еще надо? Ни хрена. Музыка, музыка просто умрет. Значит, второй день испытаний. Сегодня был проливной дождь, но несмотря на это мы впедалили 65 километров и разбили палатки прямо в каком-то лесу опять. Это же четвертая ночь в лесу посреди ничего. То есть вокруг совершенно ничего нет и табличка Open Forest. Мы сюда зарулили и здесь разбили лагерек свой. И вот сейчас мы делаем уже традиционный гречневый суп из вяленого мяса, гречечки, специй и перчика. Вот, сейчас будем отогреваться, потому что крепко замерзли, спать и возможно, завтра увидим охранника этого леса, либо туристов, которые приедут знакомиться с этими местными деревцами. Спокойной ночи. Каждый день у нас новые красоты. Сзади меня тот самый водопад, название которого я, естественно, сейчас не выговорю. Но вот за этот водопад можно будет зайти. Сейчас вы это увидите. День борьбы с ветром, еще один. И он, слава богу, подходит к концу. И ночуем мы сегодня на берегу неба. Ребят, на самом деле, мы сейчас находимся на вершине вот этого самого водопада.
И вот это вот все, эта долина внизу, красоте нереальная, не передать. И вот мы стоим на опушке, на самом верху даже ничего не нарушаем. Лес тут, естественно, огорожен почему-то. Красотень нереальная. Правда, ветер прямо в харю. Вот мы и добрались до самой-самой известной и главной точки Исландии. Это вулкан Эйяфьяллайокьюдль, который находится вот там вот, где это вот белое пятно. Но так как лежит там снег, его нифига не видно. Так вот, это тот самый вулкан, который в 2010 году принес кучу проблем Исландии и всей Европе, потому что из-за извержения этого вулкана в 2010 году были отменены все европейские направления рейсов. Также этот вулкан частично не пустил меня в Исландию в 2014 году, потому что как только я запланировал поездку, он решил напрячь местных жителей и опять начать свою активность. И именно из-за этого я не поехал в Исландию. Но вот я теперь здесь, возле музея, куда мы не пойдем, потому что вход стоит 800 крон, а это для нас очень дорого. Но мы на него посмотрим, очень красивая штука. Это вот огроменный водопад сзади меня, называется Скогар. И это нереально красиво, чуваки. Он вау! Он очень большой и очень высокий. Если вы путешествуете по Исландии, ребята, не соглашайтесь на привычные способы для отдыха и ночевки типа кемпинга. Да, в кемпинге вы получите душ и все такое прочее, но а, стоит он дорого, и б, в кемпинге вы не найдете вот такую вот замечательную полянку с видом на офигенную гору. Поэтому приложите немного усилий для поиска стояночки. Тут есть леса, их нужно поискать. Тут есть такая штука Open Forest, это открытый лес, и тут нет значков о том, что нельзя ставить палатки. Поэтому мы ищем эти леса и ставим палаточки. И ночуем всегда в самых лучших местах в Исландии. Называется DC-3. Это самолет американских воздушных сил. Он стоит тут уже, ну как стоит, валяется уже 40 лет. Этот самолет был вынужден сесть здесь. Это была вынужденная посадка, но все выжили. И ребята решили оставить его здесь. Ну как, ребята, приходили. Километров от прошлой стоянки пройдены. Сейчас мы находимся на самой южной точке Исландии. Здесь находится маяк, и здесь такая красота. Это место у меня сейчас пока что в личном топе самых красивых мест Исландии. Это просто не передать словами, поэтому я попробую передать видосиком. Я думал, 8-9 часов на работе, это тяжело поработать. Оказывается, нет.
Ты выспался? Да. После вчерашнего маяка и самой южной точки Исландии мы добрались по крутым спускам до Вика. Вик – это один из самых крупных городов Исландии, которых тут не очень много. Тут нереальная красота, впрочем, как и все в Исландии. И эту ночь мы отлично переночевали в кемпинге, за который не платили. Даже если бы мы захотели заплатить за него, некому было бы платить, потому что никого там не было. Вот, поэтому мы присоседились к нашим друзьям-украинцам, которых мы встречаем уже какой-то четвертый раз на дороге. Они разрешили нам встать вместе с ними. И мы переночевали, постирались, чуваки. У нас теплые вещи, точнее, стиранные вещи. А сейчас мы идем на черный пляж. Мы преодолели вот этот вот огромный хребет из города Вик, в котором мы сегодня ночевали. И мы, значит, его полностью перешли. И сейчас мы находимся на черном пляже, на той самой важной точке Исландии. Это огроменный черный пляж, который протягивается оттуда до самого маяка, где мы были вчера. К сожалению, здесь куча туристов. Не было бы туристов, мы бы сделали очень классные фоточки, а так они будут не очень классные. Вот это все до черного пляжа Вики. Короче, вот этот отрезок очень крутой. Рекомендую. Евгений, расскажите, что вы приобрели только что в гипермаркете? Дофига всего, в основном до перекуса. Вот у нас здесь есть хлебушек килограмм целый. Потом у нас здесь есть бульончик. Вот здесь у нас есть сыр детский. 26%. Очень хороший. Она очень мерзкий. Самая дешевая. Значит, овсяночка. Потом она овсянки, которая у нас заканчивается, и мы едим каждое утро. Печенье и адовые конфеты. Это какая-то дичь в виде петарды. Очень кислая, мерзкая, но придется ее есть. Сегодня мы ночуем в кратере. Это такой маленький кратер. Наверное, тут был очень какой-то древний вулкан. Вот там вот по ту сторону у нас голубая лагуна. Здесь у меня колбаски обжерки, которые мы сейчас будем варить с макарошками и делать божественный суп. И наша задача сегодня не замерзнуть, потому что ветер капец. A better day. Ooh, okay.
yeah, 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 yeah,